Всех приветствую, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию говядину, тушеную с баклажанами, болгарским перцем в томатном соусе. Получается такая говядина очень мягкой, с насыщенным вкусом сочных овощей. Все пропорции и ингредиенты будут указаны под видео в описании. Оставайтесь со мной до конца. Говядину я уже предварительно помыла, порезала вот на такие небольшие кусочки. Здесь у меня говядины 600 грамм. Лук нарезаем кубиками. Лука у меня 200 грамм. Такими небольшими кубиками нарезаем. Лук порезали, подготовили. Приступаем к баклажану. У меня вот такой вот большой один баклажан. Он 600 грамм весит. Отрезаем. И нарезаем его тоже кубиками. Ну, вот такими небольшими кубиками нарезаем. Порезанные баклажаны положили в миску. Соли. Так, руками. И оставляем в миске минут на 15. Берем перец. Убираем плодоножку, семечки, все здесь внутренности. И режем болгарский перец тоже такими кубиками небольшими. Перец порезали, выкладываем в тарелочку. Все у нас уже подготовлено. Вливаем в сковороду и наливаем растительное масло. Ну, где-то ложки 3-4. Масло уже разогрелось, выкладываем мясо. Говядину обжариваем на высокой температуре. Обжариваем до тех пор, пока лишняя влага не вышла из мяса. Переворачиваем со всех сторон, обжариваем кусочки говядины. Говядина обжарилась, так на краях я ее убираю.
третий выкладываю лук. Обжариваем лук до прозрачности. Затем к луку отправляем болгарский перчик. И баклажаны. Я их промыла уже под проточной водой. Отжала. Заливаем томатным соком. У меня свой томатный сок, домашний. Солим по вкусу. Перчим по вкусу. Накрываем крышкой и тушим 1 час. Тушеная говядина с баклажанами в томатном соусе готова. Можно использовать в качестве подливы к любому гарниру или как самостоятельное блюдо. Всем приятного аппетита! Пробуйте, делайте! Вам понравится! И готовьте это обязательно с любовью. Спасибо, дорогие мои, что вы были со мной до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я на них, конечно же, отвечу. Подписывайтесь. Всех ценю, люблю, уважаю. Всем всего самого доброго. До новых встреч. С вами была Наталья Крайник. До свидания.